Аллаху Акбар. Любительское видео, загруженное в интернет в среду, предположительно показывает пожар на подъездах к сирийской столице, городу Дамаск. Достоверность этих кадров подтвердить невозможно. Однако вслед за этим министр электроэнергетики Сирии Эмад Хамис объявил, что некоторые террористы атаковали местный газопровод, который питал электростанцию на юге страны. В результате в нескольких провинциях произошли перебои с электричеством. По словам министра, на данный момент ведется ремонт. Свидетели рассказывают, что в какой-то момент свет отключился во всем Дамаске. После этого местные жители увидели пламя вблизи международного аэропорта. Организация Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что взрыв последовал за атакой, которую совершили силы повстанцев. Отмечается, что объектом обстрела был город Гасула возле аэропорта и что, возможно, газопровод был задет случайно. По данным организации, с перебоями электричества также столкнулись города на западе Сирии и на севере провинции Алеппо. На данный момент повстанцы пытаются прорваться в Дамаск, главный оплот президента Башара аль-Асада. Напомним, в ходе конфликта в Сирии, который перерос в гражданскую войну, уже погибло более 100 тысяч человек.